Сегодня у тебя будет новая хозяйка. Ну так, хватит? Первую стенку она пошла. Не, ну зачем ты идешь обратно? Не... Бежать! Дай пять. Дай лапу. Всем привет! Вы снова на нашем канале Сестрички Вани. Я Маргарита. Я Ксюша. А это наши питомцы. Это Бонни. А это Кики. И сегодня мы поменяемся питомцами на целых 24 часа. Я буду ухаживать за Кики. А я за Бонни. А вы уже подписались на наш канал? Если нет, то скорее подписывайтесь. А также ставьте лайк, чтобы он был синий. Ну а мы будем начинать. Меняемся. Все, Бонька, пока. Сегодня у тебя будет новая хозяйка. Ты себя хорошо веди. Смотри, свои ногти какие длинные, офигеть. Что, давайте меняться питомцем. Я тебя А что я буду делать с Бонькой, если это тоже интересно? За Бонни побегаешь, мячик не покидаешь. Это скучно. Ну, смотри, где Кики? Где Кики? Не кушаю тебе. Я буду переносить ее домик в мою комнату. Я заберу кровать Бонни. И вот. И мисочку. Домик Кики будет стоять здесь. Я хочу сделать у Кики перестановку. Так, немножечко перестановим. Пейлочку здесь оставим. Переставим домик. Так, сюда я поставлю сюда домик. Колесо поставим сюда. Чашечки. У него что там? Очень много кокосик. Только 4, даже мало. У меня было 5. Так, потом еще сюда. Вот это вот сюда. Кто так? Все, Кики, у тебя новый домик. Пускай меня. Так, мы тебя откроем. Так, ну так. Ну так. Я это уберу, потому что тут сильно много кокосиков. Она изучает свой новый дом. Кроватку я поставила вот здесь. И мисочку. Лежать. Хочешь кушать? Теперь надо подумать, чем же нам заняться. Мне обязательно надо выгулять. Будем гулять. Сейчас она покушает, и мы пойдем гулять. Раз, два, три. Я хочу Кики покормить овощами. Вот она, норка. Значит, она там. Да так сложно искать. Я ее нашла. Она умывается. И кухня. Назая. По-моему, она не хочет. Здесь много витамин С. Она, по-моему, хочет спать. В это время она всегда спит. Так что? Я даже не знала, что с ней делать. Вкусно пахнет. У меня есть одна идея. Я хочу сделать для Кики лабиринт. Вот я уже подготовила коробки. Она потом должна будет найти выход из этого лабиринта. Ее там будет ждать вкусняшка. У меня есть вот такая вот большая коробочка. С нее нужно сделать лабиринт. Вот это вот я сейчас срежу. Из них я буду делать стены для лабиринта. Все. Так, все, я отрезала. Резать дальше.
Так вот, я уже вырезала 4 стенки. И сейчас мне в них нужно вырезать дверцы. Так, я сначала нарисую, а потом буду вырезать. Вот так хватит? Теперь буду вырезать. Одна дверца готова. Ставим сюда. Паркики. И последнее. Теперь эти стенки нужно закрепить скотчем. Пока тепло и светит солнышко, я хочу с ней погулять. Кики, я тебя потерял. Она очень быстро бегает, это очень опасно. Не, пойдем лучше домой, а то мне страшно. Мы тут с Бонни кушали мороженое, да, Бонни, вкусно? Так, ну что, продолжаем делать лабиринт. Буду крепить первую стенку. Осталась последняя стенка и наш лабиринт какой. Все, готовый. Вот здесь вот есть колечки, которые ей очень нравятся. Вот такие вот оранжевые. Гляди. А вот я нашла. Вот. Вот здесь вот я оставлю вкусняшку. А Кики начнет отсюда. Так. Кикуся. Она не соображает. Почему у нас Ханек такой добрый? Давай, 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 давай. Первую стенку она пришла. Не, ну зачем ты идешь обратно? Не нужно обратно. Давай, давай. Закрыто. Закрыто. Все, нельзя. Нужно всегда закрывать. Молодец. Это вкусняшки. Осталось чуть-чуть. Ура! Она дошла! Видели, как она? Кики молодец. Она заслужила вкусняшку. На. Так ладно, Кики я оставлю, чтобы она немножко отдохнула. А потом опять поиграем. Иди отдыхай. Здесь я оставлю твою вкусняшку. Отдыхай. Я сейчас буду расчесывать Бонни. Вот так. Расчешем хвостик. Больно, Бонни. Сама нелюбима. Смотрите, сколько волос уже. Сейчас я буду дрессировать Боньку. Начнем с самого простого. Бонни, бежать. Дай пять. Дай лапу. Бежать. Дай пять. Дай лапу. Ой. Теперь проверим ее силу воли. Сидеть. Ждать. Нельзя. Нельзя. Здесь. Нельзя ждать. Можно? Ой, какая хорошая девочка. Сила воли у нее хорошая. Теперь она будет делать змейку. Сидеть. Good!
Я уже не знаю, во что с ней играть. Мне, конечно же, больше нравится с собакой. Собака веселее. Хомячок ничего не делает просто. Эй, ты что говоришь про моего хомячка? Идем на Кики. Все, ребята, мы будем ложиться спать. Мне понравилось проводить день с Бонни. С ней очень весело. А сейчас мы будем отдыхать и спать. Кики, уже пора спать. Хотя она сейчас не будет спать. Она ночью не спит, бегает в колесе. И это слышно на всю квартиру. И мне точно будет мешать спать. На сегодня мой день с Кики заканчивается. Ну, хотя мне очень понравилось сделать для нее лабиринт. И мне очень нравится, как он бегает. Иди, кокосик. Все, ребят, на сегодня все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.